Витаминами на зиму республика обеспечена. Отечественный агропромышленный комплекс республики за последние годы добился значительных результатов в импортозамещении. В Карачаево-Черкесии успешно развиваются фруктовые сады интенсивного типа. Для этого есть все условия, а самое главное – желание. У садоводов республики сейчас горячая пора. Какое настроение у аграриев в садах Карачаево-Черкесии и на каком этапе сбор урожая, узнавала Альбина Ламкова. Надо бережно относиться, аккуратно ложить ведра, чтобы не было пожимов, чтобы не были убитыми. Аккуратные, красивые, одинаковые должны быть все. Второй, первый сорт. Осень, пора сбора урожая, подведение итогов приложенных усилий садоводам в течение всего года. Длительность хранения яблок зависит от того, насколько правильно сорвать плод. Это нужно делать аккуратно и обязательно оставив плодоножку. Это главное условие. В эти дни в садах Карачаево-Черкесии жарко. Аграрии трудятся на площади 207 гектаров. На одной территории уже собрали урожай, а на другой только предстоит. Идет сбор не только яблок, но и груш. Самые главные в саду – труженики. Они довольны и оплатой, и условиями труда. В плоти нормально. Одно удовольствие, можно сказать. У всех есть как-то работа, чуть-чуть чем-то заняться. Яблоки вкусные? Отличные. Вот этот сорт именно вкусный. В интенсивном саду уход за сладковитаминным сегментом должен быть своевременным и постоянным. Трудятся аграрии круглый год, ухаживают за деревьями, подвязывают их и выполняют другие хозяйственные работы. Сейчас в саду заключительная и решающая плановая операция по выращиванию фруктов. Сам процесс сбора урожая – это пиковая точка ответственности, потому что сейчас, как я и говорю, были подготовительные работы, а сейчас мы уже выдаем результат. Поэтому мы еще в процессе сбора, рано говорить и говорить «хоп», пока не перепрыгнул. Сейчас мы завершим этот процесс и будем подбивать результаты, уже смотреть. Всячески должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают, и это радует. На данном этапе яблоки складывают в пластиковые контейнеры. Затем их привезут в хранилище, где в зависимости от качества и размера им присвоят сорт. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыхабльский район.